На днях мне надрачивало 15-летнее. Мне 21. Теперь я считаю себя педофилом на серьезе. Как мне избавиться от этой мысли? Я тебе сейчас расскажу. Нил Санс, спасибо тебе огромное за саб. Короче, если вам дрочит 15-летняя вроде девочка, да? То, в принципе, как бы, она на тебя не заявит за изнасилование, если вы не вели видеосъемку. Потому что, как бы, знаешь, что она предъявит? Вот смотрите, вот этими ладошками снимите, у меня здесь сперма. Нет, такого не будет. Поэтому, как бы, какая тебе разница? Не заявит и все, не посадят, не педофил. У нас, знаешь, презумпция невиновности. Сначала докажите, что я педофил, а потом уже обвиняйте. Что тебе нравится больше, Дота 2 или Лол? И кто такие сабы? Ну, я не могу сказать, что мне нравится что-то одно из них. В Лол мне намного проще играть. Там, в принципе, мне кажется, вообще, в принципе, игра полегче. Вот. Но Дота мне тоже нравится. Поэтому я не могу сказать, что мне нравится что-то одно. Мне нравится и то, и то. Но я и там как бы сосу. Вот эта щечка для Лола, вот эта щечка для Доты. У меня килл! Ура! Видели? Видели этот топ? У меня килл! А ну-ка, I killed. Вот важнее, чем я. Вот все вы, женщины, одинаковые. Вот, кстати, ребят, мы разговаривали по этому поводу с одним моим другом. По поводу того, что, вот смотрите, а вы бы хотели себе девушку, которая... Ну вот смотрите, допустим, вы задрот Доты, там у вас там, не знаю, 100 миллионов часов на игры, на все дела, там, типа, ну сколько может быть за 100 миллионов часов? Ну там, 3500 ММР, вот. Короче, вы бы хотели себе такую же бабу-задротку? Или же вы хотели бабу, которая вообще не играет в игры? То есть вот либо она совсем тоже задротка, либо она вообще не играет в игры. Вот какой вариант для вас был бы, типа, лучше? Просто, на мой взгляд, когда вы, типа, оба задротствуете, это вообще, типа, напрочь убивает личную жизнь. А когда ты задротствуешь, а она нет, но при этом с этим мирится, например, то, ну, ты знаешь, как бы ты можешь играть, а она, ну, там, под столом будет пыль, так сказать, протирать. Совсем задротка, я бы с ней играл. Да, но, понимаешь, ты бы с ней играл, и у вас вообще, вы бы там ни сексом не занимались, ничего, потому что вы бы, блядь, сидели и играли. Вот, а так, если она, в принципе, она, пока ты играешь, она может там дома прибраться, там, не знаю, омлет тебе сделать, еще что-нибудь тебе сделать, вот. Очки без линз, спасибо тебе огромное.